Беру. Сейчас я вот этого засниму. Закрой. Умно. Здравствуйте, уважаемые граждане. Здравствуйте. Полицейские, управление патрульной полиции, Харьковская область, рота 5, батальон 3, Терещенко. Предоставьте, пожалуйста, ваши документы. Зачем? Согласно постановлению Кабинета министров номер 255. Угу. Знакомы с таким? Нет. Ознакомьте, пожалуйста. Давайте я вас сейчас ознакомлю. Отойдите от меня. Все? Вам никто не подходит. Что происходит? Пытаются мне втюхать штраф. А какой штраф? Без маски. Постановление Кабинета министров Украины. Вид 02.04.20. Номер 255. Про внесение змин до постановки. Вы слышите, к вам обращается мой адвокат. А у него есть, документы адвоката? Пусть предоставит. В печатном виде, вид мокрый. 12-го, в печатном виде, с мокрой печатью. То, что у вас там написано, я тоже могу вам открыть, что вам можно бухать. Принимать. Откройте, каждый час, подписанный вашим Сокуренко, что вам можно принимать. Может, вы уже навкидали здесь, и вы пристаете ко мне. Так кто ж к вам пристал? Ну что, вы подошли, я здесь шел мимо, вы тут пристали ко мне, говорите, какие-то... Но у вас есть документы? Ну, допустим. Которые удостоверяют допустим. Свою личность? Возможно. Предоставьте. Ну, ничего не обязан. Зачем? Как? Я шел вообще обязан. Мимо, чего вы ко мне пристали? В печатном виде, с мокрой печатью, с подписью того, кто это издал. Предоставьте нам, пожалуйста. Это издал Кабинет министров Украины. Пожалуйста. Подпись с Кабинета министров, печать мокрая. Официальный документ. Так что? Может каждому гражданину каждому Украины раздадим? Каждому. Представьте себе, вы же на основании виде, чего-то хотите документы? С мокрой печатью. С мокрой печатью, представьте себе. Да. Да. С мокрой печатью. Каждому гражданину обеспечить? Каждому, кто будет требовать, каждого, кого вы хотите потребовать документы, да. Каждому. Угу. Так что вы ко мне подошли? У меня нет маски. Или что вы мне вообще? Я хочу установить, кто вы такой. Зачем? Почему вы здесь находитесь? Иду в магазин за хлебом. Это замечательно. А документы у вас есть? Зачем? Я иду за хлебом. Согласно постановлению Кабинета. И что? И нам теперь нельзя выходить с дома или что? Где это? Граждане, которые находятся на улице. Отойдите, пожалуйста, я вас боюсь. Должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность. В печатном виде с мокрой печатью. Документ, удостоверяющий личность. В печатном виде. Покамись, вы просто так нам что-то там предъявите. А я вообще не с вами общаюсь. Начну я говорю, предъявите мне документ, который затверженный с мокрой печатью. Вы можете ознакомиться, это в любом... В интернете можете написано... Можете в кабинет министров съездить. Я говорю, на заборе если тоже написано. В интернете тоже я еще раз говорю, на заборе есть. Тоже написано. Говорю, предоставьте в интернете мне. Много написано. Отойдите, пожалуйста, от меня. Так сами отойдите. Вы отойдите. Вы это вы не я к вам подхожу. Так я к вам не подхожу. Я стою, отойдите от меня, говорю. Отойдите, если вас что-то не устраивает. Говорю, отойдите от меня. Отойдите сами. Вы меня защищаете или вы меня сейчас пытаетесь... как-то унизить или задавить морально. Да. Вас нужно защищать. Ну вы же на работе, правильно? Правильно. Представьтесь, пожалуйста. Нужно будет представьтесь. Я вам уже представился. Я не увидел. Вы все прекрасно видели. Представьтесь, пожалуйста, это на ваш камеру. Документ, ваше посвященное в развернутом виде, до полного ознакомления. Не на камеру. Как это не на камеру? Ну, вот так. Где написано? Написано? Где написано, что мы не на камеру? Закон пропорциональные данные. Ничего. Пожалуйста. Покажите мне до полного ознакомления. Без камеры покажу. Какой без камеры? Где это написано? Я вам только что назвал. Почему все нормальные представляются на камеру, вы не можете представить? Пожалуйста. Представьте, я хочу зафиксировать. Я вы буду на вас писать жалобу. По поводу чего? По поводу того, что неправомерно действует. Вы превышаете свои полномочия. Каким образом? Каким образом? Подошли к человеку, который шел. Магазин Посад, купить хлеба себе. А скажите, с дому. В какое время? Этот человек подошел назовите, ко мне. Пожалуйста, число. Сейчас? Число. Шестое, да. Ну. Шестое, 04, ну. 20. И что ты мне хотел? Я должен сидеть до 9. В силу. Ну, у нас ЧС. Постановление. У нас ЧС.
кабинета министра. Я еще раз прошу, у нас ЧС. В печатном виде, с мокрой печатью. С вами не общаются. Я вам, сука, раз повторить. Не надо переходить на личности. Я еще не переходил. Я еще раз спрашиваю. Не надо орать. Не надо орать. Я тоже умею повышать голос. Нормально общаюсь. Ты людей ненавидишь. Я говорю, я тебя боюсь. Это написано в твоей инструкции. Что я не могу повышать голос? Конечно. Чемный-то вичливый. Так я чемный вичливый. У меня громкий голос. Громкий голос? Так точно. Так пойди прикрути. Так что вы хотели от меня? Я задержан? Увидеть ваши документы. Еще раз, нет, я задержан? Не нет? Основания. Все, я пошел. Предъявите ему основания. Я говорю, я задержан или нет? Да. Нет, не задержан. С мокрой печатью. Все.